Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. А что делать, если странные и сильные реакции на человека? И почему так происходит? 2 года нравится парень, тянет к нему немного больше. Так я знаю его 4-5 лет и всегда немного его выделяла среди остальных бессознательно, затем влюбилась. Мы лично не общаемся, иногда видимся, знаю отдаленный его характер, бывших девушек, ужасно хочу быть с ним. Уже будто даже одержимость какая-то идея быть с ним. Я плачу целыми днями, когда думаю, что это не будет, не могу смириться с этим фактом. Что касается именно моей реакции при его виде, мысли о нем упоминания, я начинаю странно себя ощущать. Сердце очень сильно бьется, бросает в жар, даже если я зимой на улице в минус 30, в животе все крутит, мысли путаются, я не чувствую свои ноги, они реально просто заплетаются. И вроде как обычная реакция влюбленной, но я была влюблена в других парней. Да, реакция была похожая, но это очень сильно. Я могу, значит, за несколько дней до приезда в его город я не могу есть, не могу не есть целый день, если не заставлю себя съесть что-то, я не могу спать сутками, мои глаза очень красные, они просто сливаются с розовыми тенями. И это даже если я не уверен, что увижу его обратно, потому что еду в его город. В его присутствии не могу дышать, не могу смотреть на него. Мне нравится находиться рядом с ним. Очень это просто чисто физически как-то приятно, но это сводит с ума. Он в моей голове живет уже 2 года, эмоции от него только сильнее. И да, я боюсь подойти пообщаться, потому что боюсь своей реакции. Вот, после взаимодействия с ним не могу есть неделями. Ем через тошноту. Не могу нормально спать и сосредоточиться. Летом мы виделись, он мне сказал пару слов, но у меня от этого буря эмоций. Смотрите. Значит, вот, исходя из того, что вы им описали, да, вот, я бы как-то вот выделил бы, наверное, такой момент, значит, что вы очень сильно идеализировали его образ. Вот. Очень сильно. Вы очень сильно идеализировали образ человека. Вот. А вопрос, на мой взгляд, заключается в том, как вы к этому, ну, пришли. Вот. То есть, как вы пришли к тому, чтобы вот настолько сильно идеализировать его образ. И вот как раз мне кажется, что здесь, в этом смысле, все не так-то уж и непонятно. Дело в том, что идеализация человека происходит тогда, когда мы идеализируем какие-то свои желания, какие-то свои переживания. Вот. Какие-то свои эмоции и чувства. Вот. Также, на мой взгляд,
присутствует еще и такой элемент, как импринт, то есть вот вам человек, я бы сказал, как-то запечатлелся, то есть вот его образ на вас оказал очень сильное влияние. Ну, оказал и оказывает очень сильное влияние. Продолжает оказывать очень сильное и мощное влияние. Вот. А вопрос заключается в том, за счет чего такая история возникает. Как такая история возникает. Да, каким образом такая история возникает. Вот это, как мне думается, и нужно поисследовать, вообще говоря. То есть увидеть, чем конкретно вы наполняете образ этого мужчины. Вот. Сами вы для себя. Вот. Чем конкретно вы наполняете этот образ? Вот, ну, понимаете, если я сейчас начну предполагать, я думаю, что довольно справедливо нарвусь на критику, потому что может быть вообще все что угодно здесь. Вот, и мне бы не хотелось гадать. Поэтому я предлагаю вам просто на эту тему подумать немножко. Вот. Предлагаю вам просто поразмыслить. Вот. На тему того, чем вы можете наполнять его образ, вот, чем он для вас так значим и чем конкретно мужчина привлекает. Вот. Такое ощущение, что здесь вы решаете вопрос своей ценности. Вот. Понимаете? Какая штука? Вот. Такое у меня ощущение складывается, что вы решаете здесь вопрос своей ценности. Вот. Вопрос. Каким образом? Вопрос. Что это за ценность? Вот. Ну, конкретно, да, то есть вот. К
как конкретно вы этот вопрос решаете? Вот. А, связанный со своей ценностью. Вот. Вот, собственно, это, на мой взгляд, нужно исследовать. А, вот. И, соответственно, так тогда мы и придем с вами к пониманию того, почему так происходит. Вот. Тогда же вы увидите немножко другие реакции свои. А сейчас это больше похоже на, знаете, что, сейчас это больше похоже на, вот, я бы сказал, сверхмотивированность вашу добиться от человека какой-то реакции, да, какой-то, ну, какого-то ответа, вот, чтобы хорошо и лучше себя чувствовать, вот. Вот такое ощущение у меня присутствует, вот. Конечно, я могу ошибаться, вот. Могу быть не прав в этом смысле, естественно. Вот, но на мой взгляд, тут вот такой вот аспект, и он, в общем и целом, довольно-таки серьезный. Вот. На, по моему мнению, вот он довольно-таки серьезный. А как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Я надеюсь, что вы, ну, сделаете для себя какие-то выводы. Надеюсь, что примете какое-то решение. Вот. Удачи вам! Обращайтесь за помощью.